Шевелись, падла. Я не мешаю? Наоборот. Передай-ка мне двоегрот. Это такой красный цветок. Ну-ну. Вижу, что говорю со знатоком. Это сильно сказано. Но кое-что я в травах понимаю. Например, что двоегрот ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Это все, что я могу для нее сделать. Здесь в округе растет крушина? Угу. На дне реки, где русло шире всего. Но ты же знаешь, что если ее вынуть из воды... То будет вонять хуже падали. Я на это и рассчитываю. Я охочусь на грифона. Крушина мне нужна для... Я вот думаю. Пару лет... Так у кого ж здесь хватило денег? У капитана Петера... Нильфгаард ценит... Да. Сначала они разберутся с чуд... Ты же не здешняя, так? Много в тебе горя. Верно. А ты куда-то спешишь? Чувствую, у нас бы вышел интересный раз... Может, в следующий раз? Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру.
Солнце-то вообще бывает? Добрый человек. А вон то поле. По другую сторону реки, оно чье? У леса-то? Да? Что такое? У меня две новости. Хорошая и плохая. А плохая? Мы должны убить для него Грифон. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну как у... Крушину я наш... Скорее уж смердит. Вспомнишь, как мы в Тритак... Забудешь тут. Я кое-что разузнал. Нильфгаардцы... Вечно одно и то же. Больше ждать смысла нет. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много, и мешаться никто не будет. Значит, там мы увидимся. Пошла. Речка, золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Но так как? Ты готов? Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки? Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Похоже, на востоке Нильфгаард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину прежде, чем снег закроет перевалы,
Надо уничтожить все следы. Спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. Он где-то рядом. Пойдем поздороваемся. Погоди, возьми-ка. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Ну вот, пожалуйста. Мне с ребятами читал морали. А сам-то игрок. Ну, хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Скажи, что умеешь. Твою башку у седла. Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Человек всю жизнь учится.
Только не ведьмак. Иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме. Пошла. Это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет! Нет! Ради богов! Чего? Вижу, ты перестал изображать доброго дядюшку. Ничего я не изображал. Я протянул этим людям руку. Они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся. А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну, что? Не был бы на твоем месте. Говори, зачем пришел. Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать. Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На. Возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Хватит! Дай дорогу! Пощады! Умоляю!